рамках акции «Ночь музеев» в Казанском федеральном университете прошли многочисленные концерты, экскурсии и музейные занятия. В музее имени Николая Лобачевского состоялось открытие выставки «Наше общество. Ученое братство». Мы постарались на этой выставке представить через экспонаты музейных коллекций роль общества в изучении Востока России. Праздник продолжился в фойе главного здания КФУ, где выступил камерный хор «Гармония» Международной ассоциации выпускники Казанского университета. Позже выступление вокалистов продолжилось в Императорском зале в рамках концерта «Наша весна», где кроме выпускников выступили и студенты КФУ. 19 мая в рамках «Ночи музеев» прошел 5-й традиционный открытый хоровой фестиваль «Сотворение», одними из организаторов которого являются Казанский федеральный университет и Международная ассоциация выпускники Казанского университета. Фестиваль знакомил широкую публику с культурой и исполнительским мастерством хоровых коллективов из разных регионов России. Екатерина Галичева, Олег Кашин, Владимир Нелюбин, Универньюз.